Когда мы назвали ролик вообще «Уничтожение Юлика, самый сильный блогер», Тимур хочет поспорить с этим. Сейчас будет невероятное отжимание. Для меня это самое бесячее, что только может быть. Терпи. Вот этот человек, ему вообще все равно. Просто нет причин. Он не видит преград, видит цель, идет к ней. Всем привет, друзья, меня зовут Алексей Столяров. Ну а я Тимур Сидельников. Ребята, Тимур хочет заявить, когда мы назвали ролик вообще «Уничтожение Юлика, самый сильный блогер». Мне просто нравится быть здоровым. Тимур хочет поспорить с этим. И все те же самые упражнения он хочет выполнить, и что? Побить рекорд Юлика. Да, как бы, понимаешь, когда выходит видео «Самый сильный блогер», сразу такой негатив, типа, чё, Я же тренируюсь. Да, ну, Юлик, серьезно? Знаешь, так вот так, Юлик. Ну так. Короче, это надо перебивать. Он пожал 100 на полтора раза. Значит, на полтора раза это такое. Ну хорошо, один. Мы засчитали тогда один. Мы засчитали полтора, один. Что за дела? Как ты думаешь, за сколько ты пожмешь? Ну слушай, надо посмотреть. Я как бы такой жим уже давно не делал, ну именно прям силовой. Плюс он пожал ногами 320 килограммов. Ну вот это уже солидно. 320 килограммов? Это 320, за это респект. Это... Слушай, и плюс он практически выполнил невероятное отжимание. Напомню вам, что ты минуту опускаешься, минуту назад. Это капец это как сложно. Это жесткое. Ты готов? Сейчас разминка твоя, после этого мы начинаем фигачить. Кто не знает, ребят, обязательно подпишитесь на канал Тимура. Он техно-блогер, правильно? Техно. Ну, такое, давай анбоксинг вот это. Анбоксинг. Открытие. Сколько ты занимаешься уже прям так серьезно? Так-то с универа, где-то со второго курса. Ну, это получается где-то лет 5, да? Ну, с тренером усиленно где-то полгода. Посмотрим, что за полгода готов показать нам Тимур Сидельников. Да блин, опять я перепутал. Чего они такие одинаковые? Мне твой чехол очень нравится. Слышь, да ты сколько можно еще чехол мой заберешь? Кать, давай, чтобы, как обычно, не ругаться, мы закажем 2 одинаковых чехла. В Алиэкспресс приложении появился раздел «С друзьями дешевле». Там товары... дешевле 400 рублей. И с бесплатной доставкой, совершенно бесплатно. Так при чем здесь друзья и почему с ними дешевле? Да дело в том, что при покупке товара вместе мы можем получить с тобой до 70% скидку. Итак, смотри, нужно просто зайти в приложение AliExpress. Нужно выбрать товар, оплатим его, и после оплаты поделишься ссылкой с другом. В моем случае это ты, моя Катюша. Знаю, я такой себе друг, но... И потом ты по моей ссылке покупаешь такой же товар по максимальной скидке, и нам чехлы привозят совершенно бесплатно. Блин, походу прикольно этот раздел «С друзьями дешевле». Я тебе говорил об этом. Давай поделимся с нашими подписчиками ссылкой на этот раздел. Те, у кого нет приложения AliExpress, быстрее его скачивайте и делайте выгодные покупки. Ваша задача пожать 100 больше, чем один раз. И вы тогда официально уже первое упражнение выиграете. Уверенно. Давай накинем сразу. Такого еще не было, чтобы человек просто пришел, блогер, и такой, давай сразу накинем. А что тут вообще гриф 20? Сколько, Тимур, вы хотите заказать вес? Какой следующий? Давай 85. Ну мы вам сделаем. Есть вам. Сейчас посмотрим, насколько уверенно он пожмет 85. Сейчас херак вот... И придавил, даже довыпендривался. 1, 2, 3. Мы сейчас убиваться не будем, я так проверил. Нормально. Ну что, 100, наверное, вы закажете? Ну давай 100, у нас же планка 100, пускай будет 100. Вот он результат самого сильного блогера. Пока самого сильного. Будем говорить приставку «пока», потому что Тимур сегодня полной решимости это все выиграть. Я тебе еще больше скажу, у меня вчера тренировка была, я вчера жал. Вот этот человек, ему вообще все равно, просто нет причин. Он не видит преград, видит цель, идет к ней. Все, давай, бро, надо больше одного раза пожать. 1, 2, 3, 4, 5, сам. 4 раза. Тимур мужик сказал, сделал. 4,5 раза. Первое упражнение он сделал лучше гораздо, чем Юлик, поэтому первое упражнение отправляется в актив Тимуру. Довольно лицо. Я на самом деле надеюсь, это видео мой тренер посмотрит, потому что мы даже в зале он типа максимум 3 раза жали сок. 320 килограммов. Слушай, вот прожим здесь я точно вообще не помню, сколько мы вешали максимум. Мы сейчас смотрим Юлика, сколько он пожал тогда раз. Ну слушай, у него ноги массивные, конечно. И он здоровый. Да. 320. Даже если честно, я сейчас задумался, если реально повесить 320, сколько я сделаю? Давай сразу 320, и только я хочу прогреть ноги. Давай.
Два раза больше меня. Два раза больше. Только не думай об этом, что два раза да больше нет, тебя. Нет, это ерунда же. Ну, конечно, подумаешь. Два центера. Выжал и пошел. Один. Да уверенно, уверенно, чему, просто уверен. 200 килограмм не заметил. Слушай, ну я вот готов сделать обзор на вот эту штуку. Это техно-джим, да, это? Да. Вот знаешь, что не круто? Да. Когда жмешь такие веса, надо типа вжиматься в ручки, то есть таз вдавливать. Да. А здесь эти ручки болтаются. И ты когда вдавливаешь, они немножко не фиксируются. Поэтому в сравнении лайф-фитнес, техно-джим, техно-джим вот тут не очень в этом плане. Ребят, пожалуйста, поставьте лайки, пишите комментарии. Хотите Тимура увидеть рубрику или здесь на канале? Мы позовем специально Тимура, поставим разные тренажеры. Он будет все тестировать, эксплуатировать и все вам расскажет. И вы в итоге будете знать, мне кажется, про все возможное. Сколько? Да, 320. В смысле, 320 сразу? Бро, ну надо на 8 это сделать. Минимум. Не, минимум надо на 9. Смотри, смотри, как подготавливается-то, а? Ответственность нереальная. Давай, давай. 1, 2, 3, 4. Хорошо. 5. Еще. 6. Еще. 7, еще 8, еще. Еще. Ну ты жесткий. Сиделиков, ты просто псих. Я, честно говоря, не думал, что кто-то из блогеров. А ты помогал? Чуть-чуть совсем. Но я как Юлику, один в один. То же самое. Даже если что тянул, я это вообще не чувствовал. Не, мужики, страхуешь, то есть я его ставил именно в эту руку, чтобы страховать. Я чувствую просто, знаешь, как он держит ее, чтобы не дрожали ноги. Попробуйте, ребят, если у вас какие-то вопросы, что человек держит, пожалуйста, повесьте своему партнеру 320 и поставьте так руку. И, возможно, он почувствует какую-то разницу, и я не уверен. Сейчас будет невероятное отжимание. Для меня это самое бесячее, что только может быть. Нереальное отжимание. Нужно за минуту опуститься, и четко на вторую минуту ты должен подняться. Все делать максимально медленно. Напомню вам, что у Юлика в тот раз это не получилось. Братан, держись. Терпи. Да, бля, нет. Красава. Да, Тимура просто задача сейчас, если он выполняет, хотя он уже два упражнения перевыполнил, по идее, даже сейчас от тебя какого-то чуда мы не ждем. Даже если у тебя не получится, тебе останется только бицепс сделать гораздо больше, чем он. Все. 2 минуты работы, всего 2 минуты, но это очень жестко. 1, 2, 3. Хорошо, я уже почти внизу. Терпи. Терпеть, 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 спас почти внизу. 16, терпи, 15, 1, терпеть, 10, 9, 8, 1, наверх, пошел, пошел наверх, пошел наверх, пошел. Терпи, 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 минута 0,7, терпеть, терпеть, не так быстро, не так быстро, терпи, терпи, минута 12, минута 13, терпеть, минута 15, минута 16, терпеть. Терпеть, 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 терпеть. Минута 20, мужик, ты по пути пошел. Минута 26, минута 27, минута 28, минута 30. Сука! Да как? Ну чуть-чуть, вот столечко, мужик. Но это достойно было, минута 34. Как так разгибать медленно, я не это понимаю? Это жестко, это очень жестко. Мужик, ну я тебе честно скажу, когда я, например, делал, я вот так упал, и вот, конечно, я первое движение вот так 100% вот сделал, 100%, но это нереально. Но, Тимур, ты сделал больше, даже здесь ты сделал больше. Остался только бицепс. 40 килограммов гриф изогнутый надо сделать на 14 раз. С криками «Бонзай», как угодно. Естественно, никто не осудит, даже самый последний хейтер, если он не сделает 40 килограммов на 14 раз, нельзя написать, что «Фу, Тимур не справился», нет. Тимур просто нереально круто показал себя. И сейчас, конечно, должна быть дополнительная мотивация от того, что он знает результат все-таки. И сейчас надо просто последний, просто рывок вот этот вот сделать на бицепс и просто разорвать в хлам. Но мы попробуем. 40 на 15. Даже я нервничаю, реально. Че, нервяка вообще никого нет. Он мне сейчас... Нету? Он мне вообще не нужен сейчас. Ну да. Так, ну пошел, бро. 1, 2. Сделай. 7. Давай, мочи. Мочи, мочи. Хорошо по технике. 8. Еще 5. Еще 5. 5. Ух, хорошо, хорошо. Только чуть-чуть отклоняемся. 4. 3 осталось. 3 осталось. 3. 2. Еще 1. И еще один. Ты жесткий. Ну что, как себя ощущаешь, самый сильный блогер? Сказал, сделал. Это Тимур Сидельников. Тим, подожди.
Это звучало как бы, ну крутой, 40 килограммов на 16 раз. На 16 раз, красава. А сейчас мы говорим такой жесткий факт, что Тимур Сидельников официально самый сильный блогер. Он доказал это. Как вы там вот это делаете? Я не знаю, похоже, но... Мужик-то очень. Обязательно подписывайся на его канал. Ну а с тобой был Лёха Столяров. И Тимур Сидельников, а.к.а. самый сильный блогер. Ставь вот такой вот большой палец вверх, ребят, это было круто.